На одном транспорте никогда невозможно перебраться на левый берег. На другом жители Левобережья не смогут без пересадок добраться на правый. Мы решили провести двухдневный эксперимент и проверить, какой же из них трамвай или троллейбус более мобильный, комфортный и теплый. Сегодня тестируем трамвай. 8:30 утра. Ждем на остановке трамвай. Пока его на горизонте не видно, будем ждать. Мы выбрали примерно одинаковое расстояние. Будем ехать 6 остановок. Сейчас выезжаем с остановки кинотеатр «Родина» и едем до Предмостной. Я уже вижу на горизонте, ну, правда, далеко. Трамвай едет. Я уже замерзла, руки краснеют. В общем, ждем. Ждали мы трамвай 8 минут, успели замерзнуть, но что приятно, в салоне достаточно тепло и просторно, очень много свободных мест, поэтому легко можно найти место, куда присесть. Почему ездите на трамвае, а не на автобусе? Для меня это удобный вид транспорта рядом. Остановка рядом с домом находится. Вот. Ну и так получается, что останавливается прямо рядом с работой, там, где работаю. А автобус чуть-чуть подальше. Доехали от остановки «Родина» до остановки «Предмостная площадь» всего за 10 минут. С комфортом, в тепле. Немножечко потряслись, но это ничего страшного. Завтра тестируем троллейбусы. Мы снова на остановке. Время 8:30 утра. Ждем троллейбус. Поедем от Красной площади до речвокзала. Троллейбус следует до авиагородка. Ждали 20 секунд. До авиагородка. В отличие от трамвая, здесь практически нет сидячих мест, поэтому поедем стоя. Хотя нет, одно нашла. Тепло, так же как трамвай. Наверное, даже потеплее. Спасибо. А как считаете, какой транспорт комфортнее, троллейбус или трамвай? Ну, троллейбус, наверное, мне кажется, лучший. Да? Почему? Я на трамвае не ездила, не знаю. Почему вы ездите на троллейбусе? Потому что мне удобно, быстро, ну, относительно, конечно, быстро. Ну, вот на данный момент сегодня, потому что он первый подошел. Но вообще чаще на автобусе или на троллейбусе ездите? Но все-таки, наверное, на автобусе, потому что автобусный парк у нас намного больше, чем троллейбусный. Проехали 6 остановок на троллейбусе за 12 минут. Это на 2 минуты дольше, чем на трамвай. На каком транспорте передвигаться, по правому или левому берегу, решать вам. Протестировали электротранспорт в Красноярске. Наталья Жаринова, Константин Шубкин и Артем Иванов.